Чешушули из говядины – острое грузинское мясное блюдо. Блюдо нужно готовить в казане, так как мясо томится в собственном соку. Добавляется много острого перца, но вы действуете по своему вкусу. Чешушули из говядины подается без гарнира, с лавашом, чтоб мясо не было жестким и сухим. Во-первых, берите телятину, а во-вторых, обязательно готовьте в казане или посуде с толстым дном и стенами. Я обычно готовлю такие блюда в гусятнице. Чешушули из говядины – очень ароматное и вкусное блюдо, осмелюсь назвать его еще и полезным, так как в его составе мясо и овощи. Со специями обращайтесь осторожно и все время пробуйте блюдо на вкус. Успехов и приятного аппетита! Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Мясо нарезать кусочками, добавить аджику. Лук порезать тонкими полукольцами. Смешайте мясо с луком и добавьте 0,25 чайной ложки соли, перемешайте и маринуйте полчаса. Измельчите чеснок. Вкуснее тем, кто подпишется. В разогретый казан налейте масло, раскалите его и отправьте туда мясо. Мясо помешиваем, давая испариться лишней влаги. Когда жидкость уменьшится, добавьте чеснок. Через минутку-другую начинаем добавлять специи. Кинзу, хмели-сунели, перец, перемешиваем, накрываем крышкой, томим 15 минут на небольшом огне. Добавляем помидоры и тушим 30 минут. Нарежьте мелко перцы. Режем зелень. Добавляем через полчаса соль, перец. Добавляем сладкий перец, тушим и через пару минут закладываем зелень, все перемешиваем. Снимаем с плиты и даем настояться под крышкой 15 минут. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. А теперь ингредиенты. Говядина 500 грамм, лук 100 грамм, чеснок 2 зубчика, кинза сушеная 1 чайная ложка, хмели-сунели 1 чайная ложка, перец сладкий 1/2 штуки, укроп 50 грамм, аджика 4 столовые ложки, соль 1,25 чайных ложки, масло растительное 20 мл, перец молотый 1 чайная ложка, помидоры 300 грамм, перец желтый сладкий 1/2 штуки, петрушка 30 грамм, количество порций 4-6. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. До новых встреч!